Добрый вечер, Николай Иванович. Спасибо, что вы выкроили для нас время ответить на наши вопросы. Добрый вечер. Если позволите, я представлю для зрителей и вам напомню своих коллег. Итак, это главный редактор телерадиокомпании «Губерния» Татьяна Прокопавичина, заместитель директора компании «Лада Медиа», ведущий аналитической программы, обозреватель телеканала «ВАЗ ТВ» Ирина Денисова, генеральный директор телерадиокомпании «СКАТ» Александр Русаков, главный редактор радиовещания телерадиокомпании «Терра» Ян Налимов и я, шеф-редактор программы «Вести Самара» Сергей Гуров. Итак, Николай Иванович, главное политическое событие – осень, единый день голосования. Как вы оцениваете итоги выборов в Самарской области? Ну, я как-то даже в адрес ГТРК в свое время бросил замечание критическое, если вы помните, на послание, что вы тогда в декабре назвали главным событием года – это выборы в Тольятти. Mm-hmm. В принципе, выборы и выборы в Тольятти. Поэтому не только, видимо, на самом деле это не только сентябрьское событие, это очень важное событие в целом для области, потому что у нас участвовало в голосовании 900 тысяч, не участвовало, а избирателей должно было голосовать 900 тысяч человек, округляю. Это более 40% избирателей. Конечно, большой объем, в смысле большой охват, не объем, а большой очень охват. И, конечно, было очень важно мне, год с небольшим работой, понимать, как, в общем, сложится весь процесс, и каковы будут итоги, какова будет активность людей, какова будет явка, и как будет поддерживаться тот или иной уровень власти. Если оценить в целом, то, в принципе, скажем, я итогами удовлетворен. Может быть, я не привык к такой явке, потому что по прежней работе, где я работал, там явка всегда была значительно выше. Вот, но тоже мы к этому шли. Это не за один день все это происходило. Вот, ну, тем не менее, даже по явке, если брать тоже город Тольятти как наиболее сложные, самые крупные выборы, там почти 600 тысяч избирателей, я хочу сказать, из городов это один из лучших результатов по явке в стране. Тот же Ульяновск, рядом город, в Ульяновске пришло на участки 19%, а в Тольятти 28,6%. Вот. И это тоже о чем-то говорит. В Красноярске пришло 17% избирателей. Поэтому можно было сравнить даже по Москве и так далее. Потому что единый день голосования, 8 сентября, это мы проводили впервые по этой схеме. Ну, такие большие выборы. В прошлом году тоже уже начало было положено в стране, а у нас вот в этом году. И понятно, что день – это, может быть, не самый удачный, и время не самое удачное для того, чтобы люди могли массово, или там все желающие могли прийти на выборы. Это и отпускная пора еще не завершенная, это и, как правило, люди в это время там, и кто на даче, кто еще где-то, вот, плюс вечерний дождь где-то с половины шестого примерно. Мы рассчитывали, что будет вторая волна, но второй волны не оказалось. И в том же Тольятти мы ожидали, что могло бы быть, как в течение дня голосовали, могло бы быть примерно 35%. Это тоже, скажем, результат не супер, но это уже другой результат. Поэтому, если так делать полный итог, то, конечно, есть существенный сдвиг. Существенный сдвиг. И если мы ранее часто нас приводили в пример в обратном, что вот у нас там ниже всех там явка и хуже всех проголосовали, или там партия там победила, не партия власти, а совсем другая партия. Мы часто по стране, в общем, фигурировали именно в этом ключе, то сейчас во многом наоборот. Во многом наоборот. В Тольятти проголосовало за партию власти в два раза больше, чем полтора или два года назад. Почти два года назад. Хоть ситуация тоже непростая, и у людей достаточно устойчивое мнение уже было, и мы мониторили ситуацию, мы знали, что отношение к партии власти
неоднозначная, мягко скажем. Вот. Но в итоге люди, в общем, поверили, и уже социсследование последней недели, даже последних двух дней, показывали, что массово общественное сознание стало меняться. И за 8 дней, партия только за 8 дней добавила 14% сторонников. Явка, начиналась кампания за примерно 2 месяца, отвечали на вопрос, явитесь ли вы на выборы, 32%. Последний опрос в пятницу мне принесли поздно вечером, там уже изъявивших желание, которые хотели прийти на выборы, 58%. И изменения в основном произошли последние 2 недели, самые, скажем, 2, может быть, там 15-17 дней. Вот. Понятно, что все не пришли, это всегда так бывает, что, в общем, желающих больше, но не у каждого все в итоге складывается, чтобы он пришел. Но настроения менялись уже. Да, и настроения поменялись, да. И более того, менялось настроение и людей так, взрослого, там 50 и выше. Причем это население очень долго держалось, очень низкий рейтинг партии, не трогалось. То есть, ну, как было, но очень низко. Потому что, ну, люди уже состоявшиеся, понимающие, видим, настолько уже прочно вот этот имидж, в общем, в них сидел. А вот последние где-то 2 недели, даже 10 дней в этой категории людей, в этом возрасте прошли тоже значительные изменения. Вот. И утром, в первой половине дня, до 12 часов, экзит пол показывал, что за партию голосовало 54-55%. И потом потихонечку, чуть-чуть, в каждые 2 часа снижалось, я по Тольятти имею в виду, снижалось, в итоге вот 51 и там 62. Почти 52%, да. Потому что пришли и другие категории, там молодежь, которая была сначала настроена больше за гражданскую платформу, за ЛДПР, к сожалению, тоже, да. Это молодые люди, и там поднялись цифры ЛДПР с 4, там, примерно, да, почти процент, да. И гражданская платформа поднялась, там где-то около 5 было, в районе 12, а потом было 8,6, по-моему, окончательный итог. Вот. Поэтому, если общий процент об общем говорить, конечно, по Тольятти мы удовлетворены итогами. Что касается явки, уже сказал. Конечно, и время, и многое другое. Ну и рассчитывать на то, что все можно изменить в течение там 2-3 месяцев, ну, сложно говорить. И были сбои в работе штаба, и команды, может быть. Более того, команда долго, многие люди, ну там команда губернатора, одномандатники, которые в списках были, ну, особенно одномандатники, они все-таки исходили из того, чтобы привлечь своего избирателя. Они не боролись за явку. Им важно было, чтобы пришел свой, а явка, даже если будет 20-22, там их вполне устраивало, чем не ниже, тем лучше, потому что придет свой, и я выиграю. Да, свой придет и выиграет. Поэтому пришлось под где-то за 2 недели в штабе достаточно серьезную, в общем, серьезную работу провести. Чтобы начали они в том числе не только на себя, не столько на себя работать, а начали работать и на партию, и на явку, чтобы, ну, то, что делал я на встречах, чтобы они делали то же самое. Николай Иванович, можно ли расценивать вот результаты ваших встреч вот этих вот перед самими выборами по Тольятти как некий кредит доверия населения лично к вам, как к губернатору, представителю, естественно, партии власти, который нельзя не оправдать, будем так называть, потому что было много сказано, было проведено вами много рабочих встреч с работниками завода, различных предприятий, муниципальных образований. Вот. Люди высказывали свои чаяния, беды. Вы сказали, что вы разберетесь, вы это уже делаете, в принципе. Так я хочу просто повторить, можно ли рассчитывать это как кредит доверия, который оказало население Тольятти, партии власти и вам как губернатору?
Ну, наверное, это надо именно так и считать, как вы говорите. Конечно, это во многом кредит доверия. Вот. И вопросов было очень много. И люди, в общем, чувствовали, что к их вопросам относятся неравнодушно. Это еще дополнительно, да, по ходу разбирались. И хочу тоже сказать, мы вели, в общем, ну, слово, может, неудобно мне говорить, что достаточно профессионально там, хоть и не было ни политтехнологов, никого не было, но, например, цифры за месяц до выборов, когда у людей опрашивали, а как власть реагирует на конкретные проблемы людей, говорит, за месяц до выборов отвечало 26% людей, что каким-то образом реагируют. И 74% отвечали, что никак не реагируют. Никак. За месяц до выборов уже кампания, по большому счету, практически была шла, да, вовсю, да, или развернута была. Вот. Потом через 3 недели ответили 49%, власть активно реагирует, да? Да, не реагирует, даже не то, что реагирует. Слышит, но реагирует. Там мало, разные вопросы, там же много мелких вопросов, где надо просто, в общем, позаниматься, или пришли, послушали, проверили, подтвердили, что это на самом деле так, как люди ставят. То есть есть реакция, реагируют, а уже в конце кампании на этот вопрос отвечало более 60%. Ну вот, Николай Иванович, извините, пожалуйста. Хочу сказать тоже, да, динамика была хорошая. Хочу сказать, в Мордовии, когда мы проводили, в это время 96% людей отвечало. 96% людей отвечало, что есть во входе этих, ну, всегда растет конкретное, в общем, взаимодействие с избирателями, если какие-то вопросы ставят, то власть реагирует. Но за 60, с 26 да, до 60, это тоже показатель хороший. И люди почувствовали это, что власть реагирует на те поднимаемые вопросы на встречах, там, ну, может быть, на мероприятиях и так далее. Вот. И, конечно, есть много вопросов, скажем, крупных очень, стратегических, труднорешаемых, и потребуется времени много. Вот. Тут понятно, что это ни одного дня работа, и ни одного года по ряду позиций, ни одного года. Такого рода вопросы тоже и поднимались, и я их оглашал, в общем. Поэтому, что касается доверия и будущей работы, работы будет очень много. Николай Иванович, вот неужели неправильно сделать так, чтобы постоянно был тот высокий процент ответа граждан, что да, власть реагирует не только перед выборами, да? То есть мы сами понимаем, что это не очень правильно. То есть вы как руководитель, как хозяйственник, вы все вот время, когда пришли сюда на должность губернатора, вы говорили, что это неправильно, что чиновник все делает на показ, делает для того, чтобы увидели его, заметили его работу. А население как оставалось со своей проблемой, так и остается. Что нужно сделать, по вашему мнению, для того, чтобы действительно та исполнительная власть, которая должна выполнять чаяния своих граждан, то есть не перед выборами активизировалась, чтобы показать губернатору, какие мы хорошие, смотрите, как мы все это делаем, не надо нас ругать, а это их ежедневная, еженедельная, ежемесячная плановая работа, в принципе. Неужели идет тотальный контроль лично губернатора? Я думаю, не совсем правильная схема. Это схема не совсем правильная. Я абсолютно с вами согласен, что должен все контролировать губернатор, там, как работает в поселковом совете или в сельском совете, избранный там, или там, назначенный, может быть, в разной форме. Я исхожу из другого, что должен выработаться, ну, скажем, подход к делу. Да. И в том числе, условно, подход губернатора там, к делу, да, или стиль, может быть, губернатора, или отношение к чаяниям людей, там, проблемам людей, оно должно передаваться там, тем, которым не будет передаваться. Ну, передаваться чисто, если ты пришел во власть, ты же должен ориентироваться, что надо делать, как надо делать.
или ориентироваться на то, как распиливать бюджетные деньги, да, или ориентироваться на то, чтобы были реальные результаты работы, реагировать на те проблемы, которые ставят люди. Вот. И с этой точки зрения, я думаю, вот, исходя из этого, я думаю, очень многие шаг за шагом, ну, уже сейчас делают выводы, а и будут делать, в том числе после выборов, будут делать выводы более основательные. Почему? Потому что мы по итогам выборов, в том числе, поменяется власть, например, в Сызрани поменяется полностью власть, полностью. Наряд. И это итог выборов. И по составу Думы в Тольятти тоже понятно, да, что партия, да, власти, да, да, пришла. И в том числе по Сызрани там самый был низкий рейтинг власти. Вот, самое, кстати, большое число, я скажу, первые же исследования показали, что вот, больше говорился Жигулевский, писали Жигулевский, о Безенчуке писали, там много было, там в прессе писали, но когда мы мониторили ситуацию, то нас удивил Сызрань. Там 76% людей высказались за смену власти. В том же, в Жигулевске было 69%. И 65% было в Безенчуке. А в Сызрани... Именно конкретных личностей, ну, конечно, представляли власть, которые, конечно, ничего не делали. Да, получается, да, да. И только 4% в том же Жигулевске, 11% за то, что сохранилась старая власть. Хоть 11%, но... А в Сызрани было 4%. 4%. Поэтому... Наверное, это их родственники были. Ну, да, тут 4% это в рамках практически погрешности. Но все равно же. Но есть люди, которые, ну, скажем, по-другому мыслят. Поэтому вот там видно было на встречах. Естественно, произойдет, я еще раз хочу сказать, и смена власти. Это и в некой мере пример будет и другим муниципальным образованиям, и другим органам власти, что, конечно, мы должны очень конкретно, предметно заниматься теми проблемами, которые накопились у конкретных людей, скажем, у общества, в обществе, там, в каком-то микрорайоне, у групп людей, ну и так далее, и так далее, у каких-то общественных ли формирований, там, ну, самые различные вопросы, проблемы, чем живут люди, и власть должна реагировать абсолютно адекватно, оперативно, и пытаться, если это зависит от него, это делать. Если мы к этому не придем, мы, как государство, по большому счету, будем неконкурентоспособны. Николай Иванович, вы неоднократно на встречах с людьми говорили, что результаты этих выборов послужат для вас и для руководства страны в Москве сигналом для дальнейших действий. Результаты у нас достойные. Как воспринят этот сигнал и укрепились ли шансы у города Тольятти, в целом у всей Самарской области, сделать прорыв в развитии экономики, социальной инфраструктуры, может быть, войти в большее число федеральных программ для решения наших больших задач? Ну, конечно, итог выборов в Самарской области, прежде всего в Тольятти, конечно, вот то, что я говорил, это очень реально добавило ресурса нам для решения тех задач, которые предстоит нам решать. Реально добавило ресурса. Ну, и по явке я знаю, мнения на этот счет разные, но тем не менее, явилось больше, чем являлось раньше. Хоть в стране на эти выборы явилось меньше, чем являлось там 4-5 лет назад, когда избирали этот же уровень власти. А у нас наоборот. А не говоря уже о качестве голосования, скажем, для партии власти. Поэтому в этом смысле эта задача в основном решена. Конечно, если была бы еще выше явка, был бы дополнительный плюс. Но вот даже та ситуация, которая сегодня по итогам выборов, конечно, будет давать возможность и мне, значит, значительно более активно ставить вопросы на разных уровнях в правительстве, в министерствах, для того, чтобы проблемы в Тольятти решались. Почему? Потому что, ну, ведь не только от того, что люди пришли и проголосовали, они еще пришли и проголосовали потому, что озвучивались проблемы, озвучивались прежде всего ими, о чем мы сейчас говорим, людьми. И я говорил, что мы их будем решать. И вы тоже
пройдите свой участок пути, в том числе вот на выборах, по крайней мере. И, естественно, у меня будут все основания дальше так ставить вопрос, что ну, люди рассчитывают на то, что мы быстрее будем двигаться. Ну, у нас есть собственные ресурсы, областные, я имею в виду. Ну, а Тольятти проблем там разных много, в том числе там и в инвестировании и в развитии производства, там, в том числе участие есть банков, федеральных банков, государственных банков. И в этом смысле итоги выборов, понятно, однозначно будут играть в плюс для будущего, и для сегодняшнего, и завтрашнего города Тольятти. Но не только города Тольятти, и всей Самарской области. Ну, Самарской области, в данном случае мы говорим о Тольятти. Что касается Самарской области, конечно, мы о результатах конкретных сейчас не говорили. У нас есть результаты за 90. Появки тоже в том числе. Появки тоже. Да. И за 90. И за 90. Да. Есть такие, которых, ну, мало где сейчас такой можно получить, и хочу сказать. Там и никто не занимался каким-то особым там, особыми технологиями или еще что-то. Это во многом вот сегодняшнее настроение людей. Вот. Ну, может быть, я в четверг был накануне, за 2 дня до выборов, ну или за 3 дня, в Похвистнево. Вот в районе мы посетили Похвистневский город. В Похвистневском районе явка за 90 и проголосовали за 90%. Конечно, это, ну, скажем, результат сверх там условно. Вот. Но люди шли, и в том числе в том поселке, в совхозе Северные Ключи, там вообще явка, по-моему, 96, и проголосовало 94 за кандидата от партии «Единая Россия». И тоже, хочу сказать, я видел атмосферу, мы встречались с людьми, там люди абсолютно довольны, получают заработную плату. Очень хороший руководитель. Его отец до этого там работал, брат его работает. Тут целая семейная династия, которая, в общем, управляют. Причем там это не чисто это в их собственности. Там порядка 700 человек, членов этого акционерного общества. Такое, с одной стороны, и коллективное, и в то же время это управление там, ответственное, семейный, что ли, там, и отец когда-то сейчас уже не работает, но дело ведут очень хорошо, настроение людей хорошее, есть такая явка и голосование такое. Чапаевск вот тоже Чапаевск. Да, Чапаевск тоже высокая явка, хотя не самый образцово-показательный город, чем объяснить? Да. Ну, и Кинельский район. Да, тоже хватает проблем. Но высокая явка и поддержка высокая. Да, Кинельский район, 82%, да, почти 83%, по-моему, там явка. И 8, почти, я округляю, 80%, там, ну, 78, 79,8, это практически 80% за главу района. Это, конечно, очень хороший результат. Чапаевск, сложный, тяжелый город. Совсем недавно, ну, недавно, месяца два назад прошел фильм вообще «Город яд». То есть, ну, представлен был и как мертвый город, и как это, но люди пришли, проголосовали, 94% проголосовали за действующую власть. Хочу сказать, было понятно в том же Чапаевске, что выборы там пройдут успешно. И в Кинельском районе то же самое. Потому что там занимаются люди делом. Мы за 2 месяца до этого заложили завод. Там сейчас активно идет стройка. Строится новейший, современнейший завод. Будет там 2000 современных рабочих мест. Очень сильно отличающихся от тех, которые они имеют. То есть, которые были до революции, еще создавались заводы и так далее. Это современное производство. Все нормально там пойдет, будет вторая очередь. Еще почти 2000 рабочих мест добавится, если на рынке ниша будет нормальная. Там для АвтоВАЗа они работают, и для Фольксвагена будут работать, и так далее, и так далее. 4000 рабочих мест – это сегодня огромные предприятия. Они это видят. Мы договорились, там, какие дополнительные социальные объекты будут строиться, в общем, и так далее. Ну и там сегодня, в этом году, по этому ветхому жилью, очень много делается. Мы дали туда дополнительно 100 миллионов рублей. Это было решение принято в апреле нами.
и активно реализует сейчас эта программа. Это тоже, там, что касается программы «Молодая семья», «Жилье для молодых семей» и так далее, и так далее. И, в принципе, и с учетом того, что Блынский тот же, он очень конкретно, оперативно, там, предметно занимается делами, и я даже в Сызрани приводил в пример, что если люди поднимаются в зале и в Сызрани задают вопрос, там, ставят проблему, то Гластов говорил, ну, вы завтра придите ко мне, я вас приму, и там мы все обговорим. А Блынский там ставит мне, он тут же вместо меня пытается ответить почти на каждый вопрос. То есть он эту тему уже знает и хочет пояснить, там, что за там вопрос, в чем проблема, там, и так далее. Вот сразу два разных подхода, и я даже сказал, что если там Блынский даже мне пытался не давать времени или там возможности как-то выслушать человека и свою точку зрения высказать, он сразу, и вот результат 94%, причем там было еще два кандидата, в том числе был от партии, оппозиционной партии, от ЛДПР кандидат, который по большому счету и партия поддерживала, он получил 94%, то есть очень хороший результат. Николай Иванович, а вот ваш призыв слушать и слышать друг друга, он дал поразительные результаты, особенно в Тольятти. Потому что если знать, что Тольятти – особый город, вольный город, он всегда хотел быть в стороне, жить по-своему, а здесь все-таки это не совсем верно. Он входит в состав Самарской области, и, конечно, он должен жить по этим правилам. И несмотря на то, что получил вас и вместе с тем и город, можно сказать, большое количество денег на протяжении вот не очень большого промежутка времени, и вот такого отношения, чувства, может быть, я неудачно скажу благодарности, но по сути это так, вот этого не было видно. Вот этот призыв ваш, он сработал. Люди это поняли, потому что их, по-видимому, надо было слушать. Вы много времени провели там, убедили в этом людей, но кроме этого есть еще такое понятие «команда губернатора». Как вы формировали эту команду? Потому что люди должны были поверить и в это, что те люди, которые придут за губернатором, которых он привел, они оправдают их надежды. Они себя поведут ровно так же. То есть вдумчиво, внимательно, профессионально. Как вы ее формировали, эту команду? Ну, начну, может быть, с конца вопроса. Конечно, я не только надеюсь, но буду все делать для того, чтобы следовать тем принципам, которые декларировались и мной, и командой губернатора вот в процессе предвыборной кампании. Хоть понятно, хочу сказать, что придется в этом направлении работать. Гарантировать, что сейчас все абсолютно будут следовать этим принципам, я пока сейчас стопроцентной гарантии не могу дать, что все они уже готовы и будут вот так и только так. Поэтому здесь предстоит работа. Но много там на самом деле депутатов новых в Тольятти, в Думе, в городской. Много там и беспартийных. И формировали на самом деле, ну, скажем так, в некой мере от народа. Были запущены вот выборы общественных советов в Тольятти. Общественные советы, которые должны принимать, ну, скажем, самое непосредственное участие в тех процессах, которые происходят в городе, связанных, скажем, с нуждами людей. Там это и ЖКХ, это и благоустройство дворов, это может и качество ремонта дорог, там, ну и так далее. То, что, в общем, работает на людей. Вот. И когда мы избирали общественные советы, мы намерены были или планировали, что из наиболее активных из них, тем, которые люди больше всего доверят, говорят, мы из этого числа отберем как раз вот кандидатов для списка партии «Единая Россия». И половина кандидатов, даже чуть больше, они пришли к нам из общественных советов. До этого за них проголосовали. Их выдвинуто было более 700 человек, и 100 где-то 4 человека получили вот наибольшее количество голосов, и из них сегодня прошло по партийным спискам половина партийного списка из этих людей. Эти люди новые,
новые. Вообще Дума сама по себе обновилась больше, чем вот только общественные советы, потому что там в том числе, кроме общественных советов, еще мы давали возможность профессиональным коллективам, ну, отраслям, трудовым коллективам, производственным, общественным дать возможность выдвинуть от этих категорий людей. И они выдвигали. Выдвигал АвтоВАЗ, выдвигал Куйбышев Азот, выдвигал Тольятти Азот, выдвигали учительство, там, врачи, культура, спортсмены и так далее. Поэтому обновленность там за 75% практически Тольяттинской думы. Вот. И, конечно, я думаю, большинство, даже абсолютное большинство, все-таки будут следовать этим принципам, но, тем не менее, нам предстоит в этом направлении работать, потому что принципы принципами, еще их надо реализовывать, а как реализовывать, насколько эффективно эта реализация будет осуществляться, здесь появится еще на каждом шагу, на каждом этапе много вопросов, и предстоит, еще раз хочу сказать, большая работа. А так, конечно, состав сегодня депутатов отражает значительно шире интересы общества или города Тольятти. Значительно шире. Там сейчас есть 2 врача, там есть 3 учителя, там есть из рабочей среды люди, вот. Там есть из молодежной среды люди, совсем молодые, в котором 30 нет депутаты. В общем, там есть спортсмены, даже есть и, если брать спортсменов, там, ну, условно, и молодые, и состоявшиеся уже тренеры. В общем, спектр достаточно широк. И это большой плюс. Не только раньше в основном больше шли те, которые занимались бизнесом в Думу. А сейчас таких людей в разы меньше. Потому что учителя, понятно, они занимаются своим делом, врачи, там, работники культуры и так далее. Они будут больше в Думе защищать интересы тех категорий, тех слоев общества, кого они представляют. Ну тогда более качественная получится Дума будет более качественная. Вообще Дума, она в рамках муниципалитета называется представительный орган. Представительный, и в уставе, и в законе написано представительный орган. То есть она должна вбирать в себя представителей разных слоев общества, которые живут в городе. Разных слоев. А не вот те, которые имеют ресурс, финансовый ресурс, организовать свою предвыборную кампанию. И вот те люди претендуют в Думу. Это, конечно, неправильно. В принципе, неправильно. Тогда будут представлены только очень узкий слой населения. Более того, этот слой населения часто там потом пытается решить собственные задачи. Почему? Потому что если брать опыт Запада, активный бизнесмен, он не идет на выборы. Он занимается своим делом. Да ему некогда заниматься. А наш идет. Он идет почему? Он считает, что это поможет его бизнесу. Причем поможет не просто поможет, а поможет обеспечить развитие. Обеспечить развитие. Но уж, да, но ведь срабатывало. Срабатывало, и работало, и срабатывало. И это тоже для того, чтобы это искоренилось полностью. Это понадобится тоже время. Это возможно искоренить? Я думаю, возможно, потому что тот же, если брать опыт других стран, которые прошли более долгий путь демократизации общества, там практически этого нет. Практически. Или если случаи бывают, то это очень редкие случаи. И у нас сейчас в стране этот процесс идет достаточно быстро. Вы вспомните, в течение последнего года сколько добровольно ушло членов Совета Федерации, да, добровольно положили. Сколько с Государственной Думы ушло, добровольно сложили свои полномочия. И сколько людей, которым дала Дума санкцию на то, чтобы прокуратура, правоохранительная система занималась ними. Это минимум 2 десятка. Минимум 2 десятка. В течение 1 года. То есть этот процесс сейчас идет очень активно. И бизнесмен выбирает или быть в Думе, или кладет мандат и занимается своими делами, которым он занимался. А не как депутат, да, со значком
там, активно заниматься своим бизнесом. Да. Николай Иванович, а вот парадоксальная ситуация сложилась по результатам этих выборов. Экономическая ситуация на селе намного сложнее, чем в городе, и даже в городах, я бы сказал так. При этом явка избирателей на селе намного выше, чем в городе. И дождь как бы шел и в сельской местности тоже, и в данном случае на него нельзя ссылаться. Как вы считаете, с чем это связано? С менталитетом сельских жителей или просто власть на селе смогла более доступно, доходчиво объяснить избирателям, почему нужно вообще приходить на выборы? Ну, там на самом деле на востоке, где у нас были большие выборы, дождя мне было меньше, практически не было. А, все-таки не было. Да, и стоят они раньше. До шести уже все проголосовали вечером. Они просто привыкли к дождю. Да, потом, ну... Хорошо, в сельской местности дойти до каждого человека проще. Проще просто. Люди друг друга хорошо знают, там и двери открывают, и так далее, и так далее. А в Тольятти очень долго и тяжело, ну, скажем, достучаться, да, или достучались, вот активно, до многих квартир. Там мне сначала 48%, там... где-то там 54%. То есть, люди просто не открывают? Люди, некоторые не открывают, некоторых просто нет. Кто на даче, кто где, кто в отпуске, а сосед или еще кто-то этого и не знает часто, просто не знает. А в селе, как правило, все знают о всех. И если он ушел, сегодня его нет, понятно, почему нет, и когда он будет. И с этой точки зрения, там, конечно, сельским населением всегда работать проще. Плюс, может быть, сельское население более, может быть, доверчивее, что ли, ну, не совсем это слово правильное будет, а на подъем полегче, да, а он отзывчив, более отзывчив, и если понимает, начинает понимать, что это благо будет для него хоть какое-то, он обязательно сделает этот шаг. А у городских людей часто скептицизма побольше, веры поменьше, там, в общем, и так далее. Поэтому и в сельской местности чаще результат выше. А не от того, что они там неграмотные, или еще, я сразу хочу сказать. Они чаще нутром своим чувствуют намного, что может произойти, поступив так или по-другому. Меньше значительно. Делают таких поступков, скажем, опрометчивых. Человек там обязательно подумает. Обязательно. А в городе могут и поиграть. Ну, давайте поиграем, давайте вот за того, давай за это. В селе, понимает, жизнь всегда складывается сложнее, тяжелее, и надо шаги делать более, в общем, продуманные и более ответственные. Это тоже есть. Николай Иванович, вот некоторые наблюдатели, эксперты считают, что особенно в Тольятти это проявилось, что в первую очередь сыграло не какие-то политтехнологии, не даже партийный актив, а именно ваше участие активное в этой кампании. Вы насколько себе в победу, в актив записываете? Я уже говорил, какой рейтинг партии был. Рейтинг партии низкий. Вот. Было время, когда меня обвиняли некоторые, что вот я себя не позиционирую с партией. Вот я на первой встрече уже сказал, что когда про партию плохо сказали в Тольятти, это январская встреча, и зал как зааплодировал, как в общем, этих слов, как взорвался зал, то, как насколько сразу ощущение, как плохо к партии относится. Я тогда сказал, уже имейте в виду, я тоже член этой партии. Вы так плохо относитесь, значит, и ко мне плохо относитесь, в общем. В какой-то мере я связывал, но на самом деле напрямую этой связки не было. Что вот. И мы эту связку там напрямую уже стали делать где-то недели за две, где уже открыто говорилось, что вот команда губернатора, это команда губернатора, я тоже член партии «Единой России», более того, бюро высшего совета в самом высшем органе власти партийной. Поэтому, в общем, это в какой-то мере и голосование за меня, имейте в виду, людям говорилось так. Ну, удалось, не удалось тоже до всех довести, до всех понятно, в Тольятти мне не удалось довести, но для большинства вот, дошло. Вот. Что касается работы, много или мало работы было проведено, я хочу сказать,
В Мордовии работа проводилась больше, в том числе мной. Больше. Больше встреч, аудитории. Здесь то, что мы ввели Ладу-арену и проводились там мероприятия, но их называть можно предвыборными, но там, как правило, ну, от того, что там висит баннер «Единая Россия», это для многих ни о чем не говорит. А вот для того, чтобы аргументированно до людей доводить, почему надо проголосовать сейчас так, а не по-другому, такая работа не проводилась, потому что огромный зал, оно другого формата мероприятий. Там, где я работал, там каждая встреча шла там по нескольку часов, где только шел один вопрос. И обратной связи было меньше, с письмами, жалобами и так далее. Намного меньше аж. Вот именно шел диалог там, в том числе. Вопросы задавались, а почему? Почему не так? А почему так? Вот. А в Тольятти много было встреч. Так мы посчитали, примерно 1060 людей участвовало на этих встречах. Примерно. Вот. Но не со всеми был такой обстоятельный разговор. Они участвовали там на шоу, или на мероприятии хорошие. Но я достаточно много раз был на телевидении «АвтоВАЗа». И в целом вы были 65 раз в Тольятти. Ну, это не предвыборных, это с момента... Ну, в целом, за год и три месяца своей работы в должности губернатора. За год и месяца работы, да, да, много раз. Поэтому, конечно, могло быть встреч больше, более предметных, и мог бы результат там быть выше, чуть-чуть выше. Вот, потому что ощущение такое есть, что мы до конца, значит, все, что планировали до конца, чтобы, можно сказать, реализовано было, нет. Но все равно работа была проведена очень большая. При качественной работе всех участников процесса тоже мог, и явка могла быть выше. Может быть, и результат был бы выше. Николай Иванович, вот оппозиция нам нужна для того, чтобы власть не расслаблялась, да, чтобы она активно всегда работала. Вот сегодня в городской Тольяттинской думе «Единая Россия» получила квалифицированное большинство. По сути, фракция «Единая Россия» может принимать все решения, и голос оппозиции здесь уже не столь важен, но слушать оппозицию все-таки нужно. Каким вы видите взаимодействие фракции «Единая Россия» с представителями других партий, которые прошли в новую думу? Ну, я всегда исходил из того, что любой человек, он в оппозиции, не в оппозиции, он в партии или не в партии, может быть, он просто гражданин и пишет там в своем живом журнале или там просто дает интервью газете или на телевидении выступает. И если он говорит разумные вещи, конструктивные вещи, если видно, что он специалист в этой области и власть не дорабатывает, и в том числе критикует власть, и видно, что это он делает это профессионально, конечно, надо, и скажу из того, что надо этих людей не только слушать, но и поддерживать. И поддерживать вовсю. И с самого начала, когда я приехал, я знаю, что на меня, ну, коллеги по партии «Единая Россия» в некой мере обижались, что вот я с ними там по 15-20 минут встречался там с представителями других фракций, партий, отдельными блогерами, там сидели по 3-4 часа. И беседовали там на разные темы. А почему? Потому что, да, мне очень важно было, а как видит жизнь, как он представляет тот человек, который не согласен с действиями власти. Вот. Поэтому и дальше мы будем с теми, кто не прошел, или если прошел там одним, двумя, там, или сколько сейчас депутатов там в Тольяттинской думе будет оппозиционных, конечно, с ними надо будет обязательно считаться. Ну, хочу сказать, конечно, я исхожу из того, что критика должна быть конструктивной. Если критика критикуется только для того, чтобы поднимать свой рейтинг и показывать, что ты какой, да, перед телеканалами, перед там, в какой-то аудитории, что можешь говорить, я уже приводил примеры в Тольятти, с первой встречи, которая меня поразила там. Посчитали примерно, что почти половина людей, которые поднимались и ставили вопросы, они не думали ни о себе, даже не о себе, ни о тех людях, кого они представляли, ни о деле не думали, а думали только о себе. И были случаи, там, мне потом говорили, когда человек там остро очень поставил вопрос, он
Я отвечаю на этот вопрос, а он уже вышел из зала, потому что там были очереди, там можно, вышел из зала, он уже в фойе, он не слушает ответа и говорит, как я там дал? Ну, в смысле, не губернатор там покритиковал, а просто, как он этот вопрос, значит, поставил остро. Конечно, вот такой подход, он не помогает делу, а наоборот. Или там, в том числе, женщина встает на встрече с руководителем общественных организаций, и она говорит, я возглавляю Конфедерацию женщин России. Я ей задаю вопрос, это Россия или Самара, или Тольятти? Нет России там, ну... Вы по всей России главное? Нет, я главное, ну, здесь. Но тогда кто в России возглавляет? Не знает. А вообще есть такая организация? Ничего сказать. Для чего она вышла? И потом она села, все равно, в общем, пыталась, в общем, от имени своей организации говорить. И у нас тоже в этом смысле в области перекос большой. Вот те же, допустим, ветеранская организация. В большинстве регионов страны, в большинстве, она одна. То есть объединенная, как правило, есть некая там, скажем, структурно оформленные вещи, власть работает предметнее, вот, скажем, такой объединенной организацией. У нас когда-то в Самарской области так и было тоже. Сейчас только ветеранских организаций разных, у нас 18. 18, и не совсем понятно, кто кого представляет, кто с кем взаимодействует, и они больше, более того, они часто друг с другом конкурируют и пытаются не помогать друг другу, а даже где-то, может быть, и помешать. И, а почему разделились? Потому что слишком, видимо, многим вот этим лидерам хочется быть лидерами. Не интересы людей прежде всего совместно, в общем, проблемы решать огромной массы людей, потому что ну, ветеранов и войны, и послевоенного периода, да и там других уже периодов очень много, за миллион человек в области. Вот, естественно, правильно оформленные структуры, ну и тоже вот по женским организациям, то есть, условно, есть же Союз женщин в стране, Союз женщин России. Ну, известная организация, очень давно работающая, структурированная. Говорят, я ни разу нигде не встретился, чтобы представитель этой организации где-то каким-то образом поставил этот вопрос. Самые разные организации, касающие женщин, а вот ну, ту, которая там и в Москве, и везде, та, которая, в общем, ведет, ну, скажем, активную политику и в Думе, представители в Думе есть этой организации, а она нас тоже размыта. Ветеранские организации тоже размыты. Размыты с тем, чтобы вот было как можно их больше разных организаций, разных лидеров, и еще и конкуренция между ними. Это не дает, на мой взгляд, вот того эффекта, который бы нужен ну, в том или ином случае вот, для общественных организаций. Николай Иванович, вот выборы – это всегда обещание и озвучивание планов, которые стоят впереди. А между тем, бюджет, ситуация бюджета не самая простая на федеральном уровне, да и на областном в том числе. А что будет с проектами, особенно крупными, инфраструктурными? Ну, я знаю, эта тема есть. Некоторые, ну, оппозиция поднимает, что вот, да, много очень, скажем, широк очень план действий наш и так далее. Вы понимаете, то, что в том числе я говорил, не сделав этого, я еще раз хочу сказать, у нас не будет будущего. Просто не будет будущего. И я на встречах с людьми говорил, это так или иначе надо делать. Так или иначе. Другой вопрос. Насколько быстро мы можем это сделать? Сделаем ли это, условно, за 3, за 4 года? Или это уйдет на 6-7 лет, да, в зависимости от того, каков будет бюджет, какие будут деньги, какая будет ситуация на международных рынках, там, и цена на нефть, и там, как будет развиваться экономика там, Соединенных Штатов, Китая, Европы. Тут очень много разных составляющих будет зависеть. Но то, что озвучено, то, что эти вещи нужны,
то, что это для людей крайне нужно, что это для имиджа области, для имиджа города, там, для того, чтобы мы сохраняли молодежь, молодое поколение у себя, чтобы у нас не было массового оттока отсюда, наоборот, может быть, вернуть к тому, чтобы к нам начали снова активно, в том числе с разных концов, ехать. Это все связано на 99% вот с этими вещами. Ты можешь о них не говорить, можешь ничего не обещать. Нет обещаний, ничего не сделал, и нечего спросить дальше. Никто не спросит, ты же ничего не обещал. Говорился о вещах очень серьезных. Где-то я оговаривался, если нам это удастся сделать. Оговаривался. И люди это слышали. Тот же мост через Климовку, удастся нам в течение 5 лет сделать. Или не удастся? Это большой вопрос, потому что там более 72 миллиарда рублей цена этого объекта. Это 10 лет Тольятти ничего не делать, тольяттинский бюджет 7 миллиардов в год. Это и зарплата, это ЖКХ, это все абсолютно. Понятно, что это не деньги города Тольятти, но и нам, и стране этот объект непростой. И вот как мы сможем его быстро сделать, это понятно от разной ситуации, которая может в экономике сложиться. Но это все равно надо делать. Если мы ставим задачу, поставлена задача более 1 миллиона автомобилей делать на автозаводе, а ГОН заявил, что мы 1 300 000 будем делать, да, и там особо экономическая зона в северной части Тольятти, там масса предприятий. Все будет на плотине. А плотина еще, это плотина, и там надо ее и ремонтировать, и останавливать. Там, в общем, много тоже вопросов. И не только на плотину идет, а через город пойдет весь поток. Если мы не выведем этот мост и северный обход Тольятти, и все уведем туда, и от Сызрани уйдут машины не через Жигулевск и Тольятти будут ездить, а там... Конечно, это позволит и создать инфраструктуру для того, чтобы завод развивался, автозавод. Это позволит особую экономическую зону создаст условия для нормального развития и создаст условия для людей города Тольятти нормально передвигаться, уйти от вообще большегрузных машин, и экология будет другая и так далее. Нам так или иначе, еще раз говорю, не через 4 или 5, там через 6-7 лет. Эту задачу надо решить. И начать, и шаг за шагом решать. И мы уже выделили деньги на проект. И мы его проект делаем за деньги областные. Хоть объект будет федеральный. Делаем для того, чтобы включиться и шаг за шагом двигаться. Шаг за шагом. Мост сначала будет работать. Там есть дорога старая. Она, понятно, это не первой категории. Но тем не менее, там кусками где-то будет ремонтироваться, по той дороге пойдут. Рассчитываем, что может быть и частно-государственное партнерство. Не то, что рассчитываем, а там есть уже наработки определенные, что для части машин она может быть платной потом, потому что трасса будет альтернативная. Возможности для других, которые не хотят ехать, представлены будут. Поэтому это может, еще раз хочу сказать, очень серьезно повлияет на будущее города. И объект такой, который, конечно, потребует и времени, и денег. И те, которые просят, я и в Тольятти отвечал на этот вопрос, когда в Саранске были блогеры, и показывали там фильмы, все там, какой Саранск. И они говорят, вот мы спросили там меня, Николай Иванович, а за сколько лет это сделано? Я им ответил тогда, 8-10 лет. Ответил так, чтобы не обидеть блогеров. А блогер написал, он сказал, что он за 8 лет сделал. На другой, который не ездил, там пишет, 8 лет, он уже год здесь, я хочу, чтобы сейчас это было, вот сегодня. А он вот мне 8 лет ждать. Я позвонил, он говорит, позвоните блогеру, который написал 8 лет. Я не хотел обижать, чтобы на самом деле это не дождешься по времени, сколько времени надо для того, чтобы это сделать. А вообще это сделано за 18 лет. Пусть он напишет, что это сделано за 18 лет, чтобы тот, который написал «я хочу сегодня»,
сегодня хочу. Значит, мы хотели и коммунизм сразу иметь, значит, и жилье каждому, 2000-му. Да, 2000-му году, и при коммунизме жить, и жилье у каждого абсолютно там, все хотели. И то не сегодня, а там тоже задачи ставились. А жизнь вот какая, она все непросто, это зависит от многих факторов, и самое главное, прежде всего, зависит от нас. Вот если мы на эти рельсы встанем, о чем в том числе вначале говорили, беспокоиться о людях, решать проблемы людей, решать стратегические задачи, дать возможность уверенности власти, если народ активно поддерживает, власть более уверена. Дать уверенность власти, ставить вопросы, решать стратегические проблемы и так далее. Если мы встанем на этот путь, мы точно добьемся значительно большего, чем не встав на этот путь. Важно встать на этот путь. И потом одно на другое будет вот давать дополнительный синергетический эффект и так далее. И там, работая в Мордовии, многие говорят, мы же не мечтали, что вот может быть так, да? А потом раз в одном пошло, другое подцепилось, третье вытянуло это, и в итоге в одном месте получилось, в другом пошло, в третьем пошло. Старанию одного, у второго он видит, что это добивается успеха, начинает другой стараться. Третий там движется активно в этом направлении, четвертый. И начинает формироваться масса такая, которая этот маховик все больше и больше закручивает. А у нас такого вот, скажем, центра стремительного, что ли, движения, или движения там, активного движения вперед, такую в том власть, общество, институты гражданского общества, широкие слои населения до конца не сформированы. Особенно вот если брать там широких слоев населения. То, что я вот приехал и почувствовал, что люди абсолютно были индифферентны. То есть абсолютно им было безразлично все, что касается власти. 2% вы говорили. Что? 2% людей только понимают, чего хочет власть и поддерживает, да. Когда пришли. Да, и когда меня это удивило, я уже не раз говорил, приходишь на завод или там в селе, начинаешь к людям подходить, чтобы начать разговор какой-то, а люди от тебя отходят, уходят дальше. Тогда, когда Валентина Ивановна приехала, Матвиенко, она тоже, они уходят, ЦСКП «Прогресс» от нее. Я уж с тыла говорю, ну слушай, ну как же это? Еле-еле завязывался разговор. Люди просто даже не хотели говорить. Даже не хотели говорить. Видимо, они настолько уже были равнодушны и считали, что это бесполезно все. Абсолютно бесполезно. А это, пожалуй, самое плохое. Самое плохое. Потому что что бы ты ни хотел делать, если люди сразу как, значит, через это. И то, что сегодня происходит, и вот в процессе выборов происходило, на мой взгляд, это очень большой плюс. Потому что сигналы, которые будут подаваться властью, они намного быстрее будут восприниматься. Понятно, что сигналы даваться должны быть правильные. Правильные. Если сигналы подавать, там условно, дом начали строить и заранее набирая дольщиков, набирать для того, чтобы их потом кинуть, если на этот сигнал будут хорошо реагировать люди, конечно, это совсем не то. Надо, чтобы и власть, и бизнес, и... скажем, элита стала значительно более ответственной. И я тоже вижу, что этот процесс сейчас в области идет. Идет, и есть желание, на самом деле, начать перестраиваться. Есть уже конкретные примеры, там, некоторые вещи там последние 10-15 лет никак не решались. Сейчас сам же бизнес подает сигналы, что давайте сядем за стол переговоров, а эту проблему решим. Очень важный сон, общественно значимая, ну такая знаковая вещь или вещи знаковые, подают сигналы. И сейчас мы, значит, вступаем в такие нормальные переговоры. Это уже большой плюс, на мой взгляд. Николай Иванович, буквально за несколько месяцев Самарскую губернию посетило несколько федеральных министров. Каждый визит такого министра означает, ну, весьма существенное вливание из федерального бюджета, который, правда, сейчас будет пересматриваться, но это тема для отдельного разговора. Означает ли это, что на сегодняшний день федеральный центр начал смотреть на Самарскую губернию по-другому? Ну, что касается, скажем, работы с федеральными министерствами по разным программам, я
год назад высказывал свои оценки, ну, скажем, резко критические, что мы работаем очень слабо. Долю, которую мы должны бы получать оттуда по федеральным программам, мы получаем там 8 раз меньше, чем, в общем, наша доля по численности населения, по, скажем, по потенциалу нашему производственному. Вот. Сейчас мы пытаемся активно, в общем, увеличить взаимодействие с федеральными органами и как в большем числе программ принимать участие. Вот, да, мы пытаемся, чтобы они приехали сюда, и плюс с учетом того, что у нас министры, часть министров работали в Москве, в правительстве, знают людей, это тоже помогает. Могут лоббировать. Я многих знаю, да. И более того, даже сейчас вот на выходные дни, условно, вот на выходные тогда приезжал Соколов. То есть так получилось, что мы на мосту Кировском были, там, в воскресенье, по-моему, или в субботу, да, в субботний день. Для того, чтобы обсудить и определиться окончательно, когда мы его будем вводить, этот мост. Сейчас вот в субботу вечером прилетит Мединский. У него нет другого варианта, еще в субботу совещание у Путина Владимира Владимировича. И он вечером прилетит, и мы целый день, в воскресенье, будем работать здесь, в Самарской области. Будут рассмотрены несколько памятников культуры, которые мы будем договариваться, чтобы взял на себя Министерство культуры Российской Федерации. В том числе будем рассматривать там дальнейшую судьбу Грушинского фестиваля. И есть желание, чтобы придать статус федерального, чтобы это было в плане Министерства культуры, федерального министерства. Какой чтобы, из них? Ну, как раз речь идет о том, чтобы объединить и сделать статус, сделать российский, чтобы в план включил министр свой, чтобы финансирование было федеральное. И, естественно, это уже будет как бы бренд не чисто наш, он наш, но активно поддерживаемый федеральным министерством. В том числе мы фабрику кухню будем смотреть, и как, что дальше будет и так далее. Даже воскресенье. Конечно, это дорого стоит. Человек в выходной день приезжает, потому что, ну, просто другого варианта нет, чтобы оперативно рассмотреть. Конечно, все эти визиты, они достаточно много дают, добавляют, в общем, контактов нормальных, дополнительных. И эту работу мы будем вести. Я вот в Тольятти говорил, конечно, много времени ушло, но это летнее, правда, время. И мне сейчас надо побольше бывать, в том числе в Москве, потому что бюджет сложный, формироваться будет сложно. Бюджет 2014 года, 2015 года, вы все, наверное, слышали уже, вот вы уже сказали, что и вы, что бюджет будет федеральный, в общем, где-то урезаться. Ну, не по всем статьям, поддельным. Вот. Ну, тут я не вижу какой-то большой трагедии или там беды. Мы же тоже в прошлом году урезали. Это жизнь. Да. Нет, не бюджет урезали, а урезали отдельные статьи. Угу. Да. Потому что они явно были, в общем, непосредством? Непосредством или завышены. Завышены. Не то, что, а завышены. Вот. И мы это будем делать. И сейчас федеральный бюджет тоже хочет там на заказах, тендерах, там должно быть 5% сокращено. У нас на тендерах мы сократили более 10% в прошлом году. Они 5 ставят, более 10. То есть вполне можно и особо ничего не случится. Я имею в виду с теми, кто выполняет и ради кого это делается. Люди в этом не пострадают, люди от этого. А выиграет в некой мере государство, меньше будет уходить денег, больше будет контроля. Жесткости будет, естественно, больше. Вот и новый федеральный закон с 94 года, 94 ФЗ должен с 1 января заработать. Это позволит более качественно тендеры проводить и так далее. Вот за счет этого федеральный бюджет собирается немножко уплотнить федеральный, ну, сам составляющий. А все, что касается социальных вопросов и вопросов развития, пока социальные точно и, скажем, бюджет развития тоже будет сохраняться так, как принимался он год назад. Там, трехлетка, бюджетная трехлетка. Вот. Но я хочу сказать, у нас тоже много здесь еще, не все сделано. У нас тоже много
моментов или много вещей, которые надо еще глубже разбираться. И эта задача будет очень жестко, вот, особенно теперь после этой выборной кампании. У нас больших выборов не будет в ближайшие 2 года. Мы будем очень конкретно, предметно заниматься этими вещами. Я думаю, у нас появится тоже и экономии, и деньги дополнительные для того, чтобы решать те задачи, которые оглашались и на выборах, на встречах, и в послании. Вот. В том же дорожном строительстве. Это, там, я уже назвал объект там один вот, по городу Самаре. Там, сейчас он еще снизился по цене. В общем, потом мост Кировский вот, сдается, но для того, чтобы дальше пойти от моста, там мне тоже озвучили сумму, там сказали, что 4, почти 4,5 миллиарда рублей надо там для того, чтобы вывести от моста, там все снести и так далее. На расширение Кирова. На расширение дороги, да, дороги проспекта Кирова. Вот, сейчас уже по нашим оценкам мы привлекли специалистов, значит, это не будет стоить больше 2,4 миллиарда. А каким образом удалось сбросить 2 миллиарда рублей? Это собственники земельных участков, которые подсуетились и купили это землю? Да, это собственники земельных участков. Стали сговорчивые? Стали сговорчивые, да. А это сети, чьи проложены там, они рассчитывали на то, что эти сети советского периода, они купили за бесценок, да, а мы им проложим новые. Решат все проблемы да, за счет бюджета. Мы договорились, мы можем закатать их, закатать под асфальт. Но когда ты потом будешь выкапывать асфальт, ты не только... 80, да, да, да. Угу. Ты сначала поминаешь свою, а и еще асфальт еще сделаешь. Или давай сейчас будем договариваться. Или ты прокладываешь новую сеть, мы тебе тоже даем возможность. Или договариваться на каких-то условиях, условно. Мы 20%, ты несешь 80%, в зависимости от того, в каком они стоят. Там более 40 разных организаций, предприятий или частных, которыми пересекаются, вот, скажем, разные сети, тепловые, там, ну, чего только там разного нет. Плюс участки дорог, плюс купленные там строения и так далее. И еще 2,4 – это не последнее. Не последнее. Она может еще ниже выйти. Может еще выйти. Вот, там условно, в одном, во втором надо предметно, конкретно, профессионально заниматься. Я уже говорил по улице Луначарского. Первый, тогда мы обсуждали, первый проект был 1,7 млрд, потом 1,1 млрд. Сейчас еще на 200 меньше. И мы рассчитываем, еще на более чем 200 будет меньше. Николай Иванович, это коррупционная составляющая сейчас такая была, что ли, в этих проектах? Если назвать ее напрямую, напрямую нельзя сказать, что чисто коррупционная составляющая. Да. Все, это каждый хотел. Но ведь там... с этими расчетами кто-то соглашался? Да. 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 Вот здесь красно надо. Просто, ну понятно, да. Вот здесь красно надо, чтобы поменялось менталитет в том числе всех уровней власти, что надо думать все-таки о деле прежде всего. О деле. Ведь если этого не будет, то, конечно, после выборов или чуть позже кое с кем у нас разойдутся дороги, это точно. Потому что если исходить вот из тех цифр, о которых я говорил, у нас ни в Самаре, ни в Тольятти ничего не будет. Потому что мы сделаем одну дорогу за эти деньги, да, а сделать надо 10, условно, да, или там 5. А мы не делаем в этом году, не делаем будущий год, или по одной дороге делаем, а там их число там совсем уже непригодных, там все будет больше и больше и больше. Зато да. Группа товарищей лучше вот. Свой бюджет личный. Ну да. Ну да, поэтому в этом отношении, конечно, будет очень жесткая работа, мы будем все смотреть очень внимательно, и даже те же спортивные объекты, например, мы там очень сильно двинулись сейчас, и ну, у нас там, ну если не стопроцентная ясность, то по ряду уже конкретных объектов, которые мы начали строить и будем активно строить, ну подобный объект, как на мехзаводе, который стоил 339 миллионов в ценах там 4-летней давности. Вот. Сейчас электрощит готов такие строить за 187 миллионов. Такие же точно за 187. Более чем на 50%. Да. А плюс еще мы подтянули сюда шведов.
Шведы говорят, мы можем за 156 миллионов сделать. Знаете, сейчас... Минус дорога. Да. Смотрится где, как. Ну, шведы, понятно, там это уже не наши. А что еще? Где наши могут дополнительно, в общем, оптимизировать? И, может быть, там, понятно, наш может, как шведы, и не сделают, потому что там более высокая, скажем, степень продуманности, проектов, модернизации, там, автоматизации и так далее. Вот. Но, тем не менее, уже даже 187 миллионов, это не 339. Причем эти цены были 4 года назад, эти цены, там еще дефлятор должен был сработать. Вот. Те же бассейны, там, это я о Ледово говорю, значит, бассейны, которые там строились по 200, а сейчас мы намеряемся их строить за 100 миллионов. Вот. И есть и подрядчики, которые готовы. Детские садики. Если было, детские садики были по одно место обходилось, об отдельных там были такие, там 1000 рублей, там даже не 1000, а миллион рублей на одно место детское, да, то вот последний, который мы здесь смотрели в Кошеле в проекте, у него будет стоить 440. Это более чем в два раза дешевле. А первый, который мы, он, цена его немножко другая. И так, в общем, а какой другой путь? Другого просто выхода нет. Пути другого нет. Надо считать, надо думать, как сокращать расходы, уходить от этих разных непредвиденных или там бесхозных расходов. И так далее. Ну и самое главное, уходить от того, о чем вы говорите, чтобы не уходили не только, не уходили там по каким-то каналам деньги. Это разумные расходы, прошу прощения, разумные расходы, а доходная часть бюджета? Вы тоже много раз по этому поводу доходная говорили. Доходная часть бюджета, конечно, непросто. Вы знаете, что в стране, почему вот сейчас ведется этот разговор, что будут уплотняться расходы. И бюджет будет приниматься. Вот и Москва уже опубликовал, город Москва предварительно, столичный бюджет, он тоже сокращается. Бюджет Москвы на будущий год был утвержден один, трехлетний бюджет, и сейчас уже пересматривается, и будет он меньше. В том числе в Москве будет на дороге тоже меньше, чем планировалось ранее. Вот. Что касается доходов. Конечно, возможности нам тоже добавлять доходы есть. И тоже этим надо будет очень предметно заниматься. Надо нам, ну, скажем, создать очень такую мобильную систему стимулирования бизнеса, понимая, что мы сегодня дали ему возможность, пусть он сегодня не принесет нам, но через 2-3 года он нам принесет дополнительные деньги. В общем, бизнес должен быть в этом отношении очень ответственным. Не так, что он, получив какие-то льготы или получив даже какие-то ресурсы, финансовые ресурсы в поддержку, а он их использовал и слинял. Это, то есть, надо понимать, чтобы, в общем, это должно быть очень жестким. Вот. И прежде всего, может быть, чисто по-человечески ответственными людьми. Вот. И в этом смысле, конечно, возможностей много для того, чтобы раскручивать экономику. Вот. Ну а основные доходы – это нефть, там, газ и другое. Сейчас пока роста не будет доходов, потому что цена на нефть ниже, чем в прошлом году, чуть-чуть ниже сейчас. Ну, в сегодняшний день, там, через серии событий в Сирии поднималась. Вот. Цена на газ на европейском рынке тоже падает. На мировом рынке падает, доходов от «Газпрома» и других предприятий, занимающихся добычей газа, переработкой газа, тоже доходы падают. И у нас по текущему году снизился примерно на 3,5 миллиарда рублей доходов от прибыли предприятий. От прибыли – это не только нефтегазовый сектор, но и есть и другие предприятия, конечно, это минус для нас, но мы получили плюс акцизы, и водочные акцизы прибавили, и прибавили акцизы пивные не от того, что продали больше, а подпольного меньше стало значительно, больше стало легального, своего в том числе,
откуда государство получает на это деньги. Ну, НДФЛ увеличился, там доходы на уровне примерно 4% растут к уровню прошлого года. Этого недостаточно. Поэтому, конечно, придется в том числе смотреть расходы и будем думать, как дальше активно стимулировать рост налогооблагаемой базы. Многие законы, которые нами приняты до меня, вот, и по особой экономической зоне, и не только, они дают очень длинный лак. Здесь нам придется, может, по ряду направлений, не отменяя, эти льготы будут работать, а по ряду предприятий давать более гибкие условия, условно, более результат, чтобы получался быстрее. Потому что у нас есть предприятия, которые начинающие работать там, на 8, на 12 лет освобождаются от налогов, в том числе вот в особой экономической зоне. Конечно, рассчитывать на то, что они будут нам в бюджет приносить скоро большие деньги, рассчитывать нельзя, кроме там, подоходного налога или НДФЛ. Вот. Остальное все лиготируется. Ну, тем еще раз хочу сказать, будем активно работать, будут появляться дополнительные доходы. Ну и расчет на то, что все-таки заказы будут и у военных пока остаются, все наши предприятия, которые сейчас набирают обороты, которые модернизируются, и УАО «Кузнецов», и ЦСКБ «Прогресс» новой программы, они дадут тоже результат. «АвтоВАЗ», мы надеемся, что будет выходить на позитивные параметры через 2-3 года, должно появиться прибыль, налог на прибыль в область будет платиться и так далее. В общем, есть предприятия, которые сегодня активно развиваются. Ну, тоже Тольяттинский трансформатор, так растущий хорошо завод, электрощит, приход этих французов очень позитивно должен сказаться в ближайшее время, там через год-два буквально, на ситуацию на предприятии. Bosch пришел, значит, и будет активно, в общем, осваивать производство. Мы тоже рассчитываем, что там будут, в общем, ну и так далее, и так далее. Эту работу мы будем очень активно вести. Будем рассчитывать на то, что в том числе туризм будет развиваться. Вот я только сегодня подписал соглашение с Ростуризмом. Руководитель агентства федерального был здесь. Они сейчас включат нас в федеральную программу, будут даваться федеральные деньги, чтобы мы, в общем, развивали это направление. В общем, и так далее, и так далее. Поэтому сельское хозяйство, хоть оно мало дает бюджет, сельское хозяйство, но тоже важно. Люди работающие, собственный продукт, качественный продукт, он дешевле, может быть, продукт населению, в итоге придет на прилавки, это тоже для людей плюс. Николай Иванович, вот смотрите, в этом году… Последний вопрос, мы работаем полтора часа уже. Да. В этом году муниципалы получили возможность пополнить свой бюджет за счет областного бюджета. Это система социально, да, вот этих экономических стимулов по этим показателям. И вот когда все это начиналось, я много разговаривала с разным народом, приходят люди на эфир, и они очень скептически к этому относились. Хотя потом как-то так получилось, что несколько районов очень удачно получили в бюджет приличные деньги. Вот как вы думаете, в этом году это все будет по-прежнему работать до конца года, несмотря на бюджет, и в следующем году были, тоже? Были скептики, да? Да, были. Были. Были, ну, и сейчас немало. Вот я езжу в районы, встречаюсь, когда с главами районов, с главами поселений, все они только, ну, только положительно говорят об этом. Вот, теперь у нас появились свои деньги, не прописанные там, по статейно, где да, можем купить лампочки, там, осветить улицу, можем там то, можем это сделать. Ну, мы часть, правда, расписали, что вот работникам культуры повышение заработной платы частично как раз за счет этих денег. Вот, говорит, если вы бы совсем сделали их не связанными, да, эта тема будет продолжаться, не только продолжаться, мы будем усиливать. Вот это придает такой импульс хороший, что он движется вперед, и он получает деньги дополнительные. Пожалуйста,
как вы хотите, потом сами потратьте. Ну, я имею в виду, хоть тротуары сделаете, хоть там благоустройство, хоть детскую площадку, хоть отремонтируют школу, что хотите, или там вывесите на улице освещение. Вот это полностью ваш вопрос, потому что это вами, местным сообществом, местным органом власти, ну, приложенные дополнительные усилия, дали результат, и вы встречно получили за это дополнительные субсидирования. Эту мы будем активно дальше использовать, и более того, суммы, которые пойдут расчетные, мы будем их увеличивать, чтобы было за что бороться. Еще был больше интерес, понимая, что он делает шаг вперед, ему навстречу придут еще более весомые отдачи от области. И вот на этом отрезке времени, на мой взгляд, это очень важно для того, чтобы настроить муниципалитеты, людей с пониманием, что если мы вот решаем и двигаемся вперед, одна задача, вторая, третья, то не только это плюс, что они собственные проблемы решают, но и дополнительные появляются средства для решения других задач. Имеется в виду, может быть, те, которые они и не планировали сходу решить. Спасибо, Николай Иванович. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам.